Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня мы поговорим про автозагар Фаберлик. Как его правильно носить, чтобы не было пятен и так далее. Итак, поехали. Я его уже тестировала на лицо, на декольте, в том числе и на руку. И до сих пор у меня здесь пятно. Почему у меня здесь пятно? Потому что я напшикала первый раз, он не проявился. Решила сделать побольше. Напшикала много-много и не распределила как нужно, поэтому пятно. Но я хотя бы поняла, что он работает. Именно с этой целью я это и делала. Многие девочки жаловались, что да, он пятнит рыжими пятнами. У меня такого не было, поэтому будем вместе с вами сегодня его наносить на лицо и декольте. Артикул 26.95. Что нам нужно с вами делать? Если мы это делаем вечером, а это делать лучше вечером, да, мы с вами смываем весь макияж, наносим уходовое средство. То есть я наносила не на сухое лицо, скажем так, а уже после тоника, сыворотки, ночного крема или дневного крема, да, на крем, прямо на крем. Да. Что мы с вами делаем? Мы умываемся, лицо должно быть чистым у нас с вами и ухоженным. Поэтому поехали. Я нанесла крем дневной уже, потому что я буду делать это, делаю это с утра, да. Сделала массажик с криосферами. Так, теперь что мы делаем? Мы сначала с вами его взбалтываем как следует. Пух. И уже на дневной крем наносим небольшое количество. Он как молочко, да? Вот так достаточно. И сразу начинаем распределять. Распределяем как? Не забываем ни один участок кожи, да? Заходим на волосяную часть головы, иначе у нас с вами будет вот так четкая полоса, а это некрасиво, так не загорают. Также на висках, также на ушах, на мочку, на ухо немножко заходим. Обязательно. С двух сторон, вот так, маловато. И на декольте сейчас сразу. На ухо заходим. Если вы делаете лицо, я, например, сейчас делаю лицо и декольте, веки тоже не забываем, чтобы у нас с вами ничего в глаза не бросалось. И как следует массируем и распределяем. Я делала именно так первый раз, и у меня даже не было вот здесь никакого перехода с декольте, как бы, да, вниз. Шею обязательно заходим назад, и тогда тоже здесь не будет никакого перехода, никакого пятна. И массируем тоже вот так. Я еще на ручке сейчас пару раз пшикну. И вот так проходимся декольте. Никакого перехода, никакой границы с кожей не загорелой не было. Поэтому, если вы будете делать именно таким образом, то все будет отлично. Я бы даже посоветовала на тело не пшикать, потому что лучше на руки и потом их как следует помыть. Лучше пшикать на руки и потом проходиться по телу. Тело тоже лучше, ну, в идеале должно быть увлажненное. Пусть на нем уже будет либо крем. Кстати, вот тут не забываем над губками, носик, вот тут, чтобы нигде у нас не было с вами никаких границ. И тогда все будет очень достойно. Никаких переходов. Потому что какой бы замечательный автозагар ни был, если ты его не умеешь наносить, он у тебя всегда будет лежать неровно и некрасиво. Все, везде прошлись. Все отлично. Он часа через 4 проявится, но у меня не через 4. У меня, как правило, часов через 6-8 он проявляется. Поэтому в ночь делать хорошо, но опять же, вот таким вот лицом на подушку потом не бухаться. Иначе не впитается. То есть заблаговременно за час, за два хотя бы делаем до сна. Да? И с утра проявляется, и проявляется, в принципе, очень деликатно. Первый раз, когда я вот так вот, именно вот так делала, вообще прям легкий-легкий загар, никаких переходов, ничего не видно, все здорово, все замечательно. И в этот раз, я думаю, будет точно так же. Он позволяет себя наслаивать, поэтому
будем ходить загорелыми, будем ходить красивыми. Главное делать это все дело правильно, да? Такое увлажненное получается лицо. И ничего страшного. Где-то через час я уже буду наносить макияж и прохожу так весь день, и все нормально. Нигде у меня никаких пятен, ничего не будет. Нужно дать ему просто какое-то время сработать. Если вы это с утра тоже делаете, да, то сразу макияж не наносите, да? Пусть он немножко вот так ровненько на вашей коже полежит. Тогда будет все очень красиво. Если остались вопросы по автозагару, задавайте их в комментариях. Ссылка для регистрации всегда под видео. Сейчас классный подарок, деньги новичкам. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться. Всех люблю, целую, всем пока-пока.